Здравствуйте, уважаемые господа ютуберы, кто смотрит на ютубе, приветик всем, здравствуйте. Так, все пошли лайкать мои фотки в инстаграм. Там сиськи, быстрее бегите. Скорее, это очень, очень важно. Кринж? Да вы задолбали со своим кринжом, с***! Человек танцует! Кринж! Я не знаю, вы в театр пойдите еще, зайдите, сядьте там, блин, на стул и орите, короче, на артистов со сцены. Кринж, кринж! Что с вами такое? Я просто танцевала! Пошли в жопу! Самый главный кринж у вас в вы сами самый главный кринж. Кринж был их первым словом после рождения. Кринж было первым словом их мамки после их рождения. Вот ваш ребенок. Кринж. Ну и кринж. Я настолько кринжовый, что ее в детдом не возьмут. Сука. Ого. Ого. Ни хрена себе. Так, наверняка кто-то на***л в детстве. Боже мой, господи, какая великолепная. Смех повара. Да, давайте, говорите мне, куда мне лететь? Только не говорите, нахер лететь, пожалуйста, ладно? La musique cristalle, ту-ту-ру-ту-ру! Нет! О, нет! Взлетай, Петька! Взлетай! Опасно, опасно было. Какой Петька вообще хизе? И была большая! Зайка моя, ты твой зайчик, попка моя, я твой пальчик. Тут не очень получилось. Сука. Это не то, что я хотела спеть. Жесть, смотрите, я просто идеально вожу. О, знаете, что сегодня случилось? Ребята, это просто умопомрачительно. Короче, рассказываю. Я сегодня... думаю, короче, остановлюсь, зайду в кафешку, куплю себе кофе. Я сейчас вообще не придумываю. И, короче, супер маленькое место для того, чтобы запарковаться, малюсенько. И я такая просто подъезжаю, такая как бы задом сдаю и паркуюсь, параллельно парковка. И я слышу, мужики что-то кричат там за окном. Там два мужчины стояло, ну, лет по 60, наверное. И я так открываю окно, такая, что такое, да? Они такие, мы первый раз видим, чтобы женщина так парковалась. И такие... И начали мне хлопать. С одной стороны приятно, с другой стороны как-то видно, в смысле, первый раз женщина, прям с таким акцентом, как будто, типа, ну, женщина вообще, типа, ничего не умеет, да? Я такая, ну, спасибо, но мне первый раз хлопали за парковку. Сука ты проклятая. Да ты говно! Да какого хера? В твоем возрасте зад еще крепкий. Слушай, у некоторых зад не крепкий уже лет 16. Но я занимаюсь, да, я вчера занималась, например, без рофлов. Вчера как раз жопу качала. С резинкой. Со специальной спортивной резинкой, стоит уточнить. Спортивная резинка, натягиваешь ее между... Сука, как не скажешь, так все время звучит все равно пошло. Ну вы поняли, эспандер или как он называется, спортивная резинка, короче. Ты, я хотел сказать, натягиваешь между ног, но звучит точно так же. Натягиваешь резинку между ног и качаешь жопу. Слышь, ты чё его бьешь? Это то, что он черный? Так, кто? Кто сейчас победит? Ну-ка смотрим. Сражение. Та! Шва! Лежать, коп поганый! О, ребята! Да! Да, вот это дама. Кину Винкс хотите? Вот это танцы, это просто самый сексуальный танец в моей жизни. Боже, ребята, просто. Блин.
товарищи, точное время 22 часа 53 минуты. Говорит Москва. Мы играем в замечательную компьютерную игру под названием GTA Vice City и понятия не имеем, чем нам заниматься дальше. Думаю, что мы будем просто залихватски рассекать по улицам Vice City на этом прекрасном автомобиле в полосатую расцветку. Куда же мне отправиться следом, подскажет мне только мой любимейший чат моих товарищей и моих кавалеров. Ну и чё? Покупай давай! Алё, чё он не покупает-то, а? Сука, слышь ты, говно! Ублюдок, мать твою, пошёл на... Блин, ублюдки грёбаные. Джеки Чаны поганые. Получайте. Я вам всем сейчас тут раздам по морде. Лежать! Сосать! Нравится, у... Какие вы... Да ты позор! Поганый ты, Чарли Чаплин! Пошел! Ну, не знаю, я когда была мелкая, у меня мама в основном моим испытанием занималась. И она поставила, короче, в детстве меня в такую позицию, что у меня вообще ничего своего нету. Я такая... Это моя кофта! Она такая... Что? Твоя кофта? Отдала мне ее сюда, у тебя ничего своего нету. Я так вот жила в детстве все время. Типа, хоть что-нибудь я скажу, что это мое. Мне просто такого пинка дадут, скажут, у тебя ничего своего нету. У тебя ничего своего нету. Хочешь что-то свое, иди работай. Все. И я просто как... Спасибо, мама, здорово. Ну, типа, это пипец как обидно было и травматично, ужасно просто. Но зато как бы то работать начала. Все, спасибо большое, что смотрели. У меня болит голова, я себя плохо чувствую. Три часа постримила. Все, надеюсь, завтра увидимся с вами. Я планирую завтра. Пока!